Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Zodi на аппарате Medieval Machines Build. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше замечательное прохождение, мы продолжаем строить средневековое осадное орудие. В прошлый раз мы с вами столкнулись со странным багом. И как я обещал, что я буду заходить в игру и проверять, пропадет баг или нет, вот я зашел, проверил, и вроде бы баг пропал, и мы можем продолжить. Вот я уже одно бревно обработал, второе даже вот обработал, и все вроде как в порядке. Поэтому давайте продолжать с вами, потому что интересно, что мы вообще здесь будем строить, пока что непонятно абсолютно. Но на всякий случай, давайте первым делом мы с вами целую кучу бревен вот так вот подготовим. Вот целую кучу прям набросаем. Первым же делом. Вот, все в порядке. Сейчас наготовим эти бревна, а потом уже будем, собственно, все создавать и так далее. Понятия не имею, насколько много нам их, в принципе, понадобится, потому что понятия не имею, что мы, собственно, строим. Посмотрим. По крайней мере, все, которые здесь есть, точно обработаем сейчас. С распилом-то никаких багов не было, вот только с вот этой вот обработкой с кору, в общем, снимать. Фух, все хорошо, все работает. Как хорошо, когда все работает. Потому что игра на самом деле замечательная. И было бы прям невероятно обидно, если бы из-за этого бага не получилось бы дальше играть. Так, заготавливаем. Там вот на еще одну ходку как раз сейчас достаточно бревен. А потом, вот кто его знает, хватит, не хватит этого. Потому что из них же делаются и доски всевозможные, и блоки деревянные. Так, все, здесь все забрали. Возможно, помог просто перезаход в игру. И все. Так, хорошо. Ну, я думаю, наверное, достаточно, да? Я так думаю. Или давайте одно дерево срубим, так уж и быть. Thank you.
Ну, этого, я надеюсь, уже точно хватит. Кстати, мы уровень повысили, нужно посмотреть, что у нас там по поводу прокачки-то. Прекрасно, это пускай здесь лежит. Хорошо, все, начинаем строить. Давайте посмотрим, что у нас по прокачке там. Что мы хотим сделать? Значит, здесь мы молот прокачали по максимуму уже. По-моему, мы наши инструменты по максимуму прокачали уже. Топор прокачанный, кирка прокачана, так, и ножовка наша тоже прокачана, отлично. Спринт, сила, вот это все пока что не будем, наверное, трогать. Давайте, ну что будем прокачивать, скорость, что ли, допустим, скорость кирки. Вот так. С чего мы начнем? Что нам нужно здесь? Балки деревянные. А, здесь нужно две сразу. Так, и там тоже еще одна нужна нам. Ой, сколько их сразу тут тратится. Вот так, хорошо. Здесь одна и там одна. Вот так. Здесь нам уже гвозди. Так, нужно нам пойти, значит, в шахту. Здесь тоже полосы нужны. Значит, нужно идти в шахту. А и тут товарищ сидит, контролирует ситуацию. Что-то как-то не особо заметно, чтобы быстрее мы махали киркой. Ну, в принципе, да ладно. Главное, что... У нас теперь красивые все инструменты, а дальше уже прокачка чисто так, не знаю, для галочки, что ли, для достижений. Так, все вроде, да? А что у нас здесь по количеству? 52, а здесь... Ага, смотрите, угля немножко не хватает нам. Стоп. Отбросьте выбранный элемент. Подождите, а здесь была эта надпись или нет? Это я такой невнимательный. Я в прошлый раз, помню, искал, как нам выбросить тут можно... А была тут эта надпись, или игра просто обновилась, или это я такой невнимательный? Я, конечно, не исключаю того, что это я такой невнимательный. То есть мы можем просто выбросить лишнее. Прекрасно, слушайте.
Теперь вообще можно не волноваться, значит, за заполняемость инвентаря. Вот это просто прекрасно. Просто прекрасно. Но мне теперь дико любопытно, это что, я такой невнимательный? Жесть. Так-с. Так, а гвозди? Еще гвозди. Давай еще сразу гвозди наперед и металлические полосы. Давай еще даже вот так пока что. Пока что так, а потом посмотрим. Давайте начнем с вот этого. Что у нас тут? Это доски, кварталы, да? Нам их нужно 6 штук. А для них что там нужно сделать? Так, нужно сначала половинки сделать. Сначала нужно обычную доску сделать из балки. Так, пока что так, пока что вроде должно всего хватать. Так. Отлично, на этом мы сделали. Дальше сделаем вот это вот. Нам нужны деревянные ролики и деревянные блоки. Ролики и блоки. Для ролика нам нужно что? Квартал деревянного луча. Их нам нужно 6, получается, штук. Так, 2 есть, а сразу сделаем ролики, чтобы не бросать их. Так, ну еще нужно. Так, половинка пускай вот здесь лежит. А вот эти вот обрабатываем. Хорошо, и что там нам еще нужно было? Блоки, по-моему, да? Блок, да, 6 блоков. Что нам нужно для блоков? Для блоков нам нужны целые балки. А мы сразу с одной получим 8 штук. Отлично тогда, в принципе. Готово, 8 штук мы получили.
Это мы можем сделать. Но здесь, да, здесь, очевидно, будут колеса. Это хорошо, на это мы сделали. Так, нам железные булавки, нам нужны, собственно, колеса. Давайте мы, знаете, что сделаем? Сбегаем мы в шахту. Ну, ради опыта, ради прокачки, просто уже. Для галочки хочется тогда уже просто попрокачивать все. А чтобы прокачивать вообще все, ну, опыта нужно очень-очень много еще. Прямо очень много, потому что вот с каждым уровнем там требует больше очков. 1, 2, 3, 4, потом нужно будет 5, потом нужно будет 6, чтобы до максимума, например, прокачать скорость кирки. Ну, вроде бы чуть-чуть быстрее мы начали махать, но не сказать, что прям заметно. А подобрать ли нам еще? Ну, давайте подберем. Если что, тогда уже потом выбросим. В принципе, так же само можно деревья рубить, чтобы опыт получать, но как-то вырубать красивый лес не очень хочется. Пеньки оставлять. Ну, все. Сразу переплавим. Вот так. Ну, думаю, теперь нам точно уже хватит всего. У нас даже, ого, сколько слитков. Давайте мы вот это все повыбрасываем лишнее. Что я сделал? Нет, слитки не надо выбрасывать. Так, стоп, оно что, здесь прям падает? Подожди, ну-ка, давай. Вот сюда. Не слитки, вот это вот выбрось. Так. Вот это выбрось. Ну, вот и все. Так, слушайте, оно не исчезает. Мы можем сбрасывать, потом подбирать заново. То есть мы можем на потом складировать. А, вот это интересно. Вот это вот интересно, хорошо. Давайте посмотрим. Значит, сначала давайте займемся колесами, а потом уже вверх будем строить. Так, для этого нам нужны что? Булавки нужны. 6 штук и колеса. Колеса делаются из чего? Давайте булавок сделаем вначале. Так, колеса. Металлические полосы. Нам нужно еще сделать их. И блоки. Нужно еще сделать полос. Так. И теперь блоки. У нас место есть в инвентаре? Нужно проверять вот так. Стоп, это я половинку подобрал, что ли? Это, по-моему, половинка. Да, это половинка. Два колеса, только пока что так, еще нам надо. А мы их даже не берем в инвентарь. Давайте сразу поставим. Стоп. Забить нужно, само собой, зафиксировать.
Опять полос там нужно наделать. Хорошо. Так, сразу сделаем еще блоков. Колес. А, нет, колес не сделаем. Полосы нужны. Ну, блоки сделаем, допустим, раз уж взяли эту штуковину в руки. Так. Так, а здесь уже подпорки убрались даже. Хорошо, это мы сделали. Дальше. Теперь вот это нужно сделать. Половинка на балки нужна. Нам нужно их 4 штуки, получается. Да, гвозди у нас есть. Одна у нас, кстати, уже вот готовая. Давайте поставим. Забивать не нужно ничего? Нет. Там, наверное, доска пойдет. Так, ну еще нужна в любом случае половинка. У нас повышен уровень. А сколько у нас уже очков? А, 2 очка всего лишь. Пока что. В принципе, давайте сбегаем что ли в шахту. По-быстрому. Подбирать уже я не буду. У нас и так достаточно. Выпустите, ать! Я все еще не понимаю, что мы делаем, что мы строим. Пока что, если честно, больше похоже на какой-то вагон для паровоза. Просто прямоугольное что-то вот. Что это такое? Так, во-первых, давайте берем, значит, половинку делаем. Так, эту мы сюда положим, на потом. Эту вот сюда. Так, нет, это не доска, это как раз... А, ну, получается, такая же половинка, и там еще половинка будет нужна. Поперечный кадр. Полосы у нас есть, здесь нужны будут цельные балки. Слушайте, нам тех уже, может, наверное, и не хватить даже.
Вот мы их сейчас все сразу и потратим, вон 4 штуки. Ай, промазал. На. Так. Да, сейчас придется еще идти добывать древесину. Вроде и так очень много мы подготовили, но в принципе все оно вот сюда вот ушло. В принципе, проблем-то нет, добудем. Главное, чтобы бага не было. Тогда все будет прекрасно. Хорошо. Так, тебя рубить можно? Нельзя. Тебя нельзя. А вот это по-любому можно. Ключевой момент, чтобы все было нормально. Фух, все нормально. Хорошо, так, нам нужны здесь что, половинки или четвертинки? Половинка и четвертинка, да? Две половинки, то есть две четвертинки. У нас тут уже половинка есть, из нее как раз четвертинки сделаем. Так. Хорошо, запас канатов должен был прибыть к настоящему времени. Я, ну, узнаю с охранником возле ворот, чтобы увидеть, есть ли у него какая-либо информация о карете. В общем, поговорить с охранником. Канаты. Две деревянные балки, веревки. Где веревки? Ну, кстати, да, здесь веревки нигде не валяются. Действительно, мы не получали каких-то поставок какое-то время, и если вы планируете попытаться найти доставку и его универсал самостоятельно, я рекомендую проверить тот же маршрут, который вы пошли, чтобы добраться сюда. Будем просто надеяться, что на них не напали. Так, а пойти... Так, как мы сюда пришли, то есть туда, да? Вот это? Наверное. Это катастрофа. Весь мой универсал соскользнул с дороги. Мне понадобится целый день, чтобы вытащить его. Что еще хуже, весь груз, который я транспортировал, упал, катился в густой лес. Угу. Намек понял. Ладно, ты занимайся своим универсалом, а я займусь грузом. Ой. Все, на веревке мы добыли. В принципе, мы уже недалеко от шахты. Давайте зайдем, что ли, еще опыта получим. Почему бы и нет.
Просто мне кажется, игра не такая уж и длинная. И нам осталось, наверное, после этого задания еще потом одно что-то построить. Только и все. Вот там вот замок в конце карты и все. Это немного досадно, потому что игра классная. Ну и плюс. А любопытно все-таки строить вот такие вот средневековые механизмы всякие. Познавательно, скажем так. Банально даже вот посмотреть шаг за шагом, как они создаются, как они, принцип работы их и все такое. Построить часть машины, верхний журнал. Какой журнал? Наука и жизнь журнал. Да, перевод этой игры — это отдельная тема для шуток. А что у нас там по очкам? 4 у нас очка, кстати, мы можем еще кирку дальше прокачать или что? Да вот кирку и прокачаем. В принципе, тут мне всего хватает. Это я уже для галочки просто хочу как бы прокачать. Было бы классно прокачать полностью все на 100%. Чисто для достижения. Но вряд ли это получится. Потому что там на некоторые нужно по 10 очков вообще. Так, ну что нам здесь нужно? Нам нужно две балки и полосы две металлические. Балка у нас... А, две балки у нас есть, металлические полосы. Берем. Готово. И вот как раз две балки. Хорошо. Так, веревки. Давайте забьем сначала, чтобы никуда эта балка не делась. Чтобы крепко держалась. Так что это вообще будет-то? Балка, тут веревки. Так, смотрите, это может быть этот самый, типа таран, что ли, такой. Вот эта штуковина раскачивается и вот так вот бьет туда. Бумс. Основной оперативный журнал. Главный баран. Главный баран. Таран, в смысле, наверное, баран. Тьфу ты. Так реально таран получается. Я думаю, что мы такое строим тут. Ладно, нам нужно... Еще деревяшки, нам нужно балки еще нужны. Угу. В общем, даже одного дерева не хватит. Нужно два дерева нам рубить. Хорошо, сделаем. Главный баран. Дерево, кстати, восстановилось. Вот это дерево мы с вами уже рубили. Оно восстановилось. Значит, реально здесь можно срубать все деревья. Они потом восстановятся. Ну, тоже чисто ради опыта, ради прокачки так. Так, обработаем это. Потом пойдем еще. А нам не дадут этим тараном попользоваться, просто вроде ж там в задании нам этот королевский совет говорил, что в этот раз мы пользоваться вроде как орудием не будем, что-то слишком опасное и все такое.
это солдаты будут делать. Так что, скорее всего, попользоваться тараном мы не сможем. К сожалению. Сто очков опыта дают за одно дерево срубленное, так что, в принципе, 10 деревьев срубить и уже уровень. Тут лежит. В принципе, по идее, мы практически закончили, но нужно будет какое-то навершие, что ли, то есть железное что-то. Там было что-то железное, вроде можно было создать. Так, сейчас нам нужны деревяшки еще. Да вот эти вот. Так, нет, не тут, а, значит, там, на этом самом, на наковальне. Можно было там что-то железное создать. А так, подождите, они делаются из-за блоков. То есть второе дерево, в принципе, зря рубил, да? У меня блоки есть даже. Так, у меня уже хватит, даже еще блок один остался. Мне это даже уже не нужно. Пусть лежит. Так... Есть, это мы сделали. Дальше теперь укрепление. Это из досок будет делаться, да? Угу. Доски, доски, то есть 4 доски нужны. И вот железная еще штуковина, то есть навершие по сути. И булавки эти, клинышки. Хорошо, давайте мы вначале с вами сбегаем. Ну уже по традиции, что ли. Сбегаем. Опыта немножко соберем. В принципе, можно и деревья тогда порубить. Раз они восстанавливаются, то ничего страшного нету. Красоту мы не испортим. Они все равно восстановятся. Ай, ладно, уже не будем морочиться с деревьями. Их искать еще нужно. В шахте хотя бы здесь все стоит рядом. То есть не нужно бегать искать. Просто прошелся, буквально 30 секунд потратил и получил опыт. А деревья-то нужно бегать от дерева к дереву. Ну, то есть за кадром я бы это, в принципе, сделал бы.
Если бы сильно это было нужно. А так, для галочки, ладно, уже не хочу. А давайте посмотрим. Значит, доски у нас вроде как есть уже, да? Доски мы можем и так поставить. Это еще... А, еще нужны доски. Так. Доска, доска. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нужно досок еще. А доски у нас, по-моему, из вот этих как раз-таки делаются, да? Мы даже 8 получим. Так, а, еще, смотрите, это досок вообще нужно много. Так. Да, возможно, все-таки придется нам сейчас идти рубить дерево. Веревки, а веревки у нас есть. Так, слушайте, нам нужно еще рубить дерево. Досок нужно много. Одного дерева, ну, в принципе, вроде как должно хватить. То есть трех этих самых. Это будет 24 доски в итоге с одного дерева. Где здесь ближайшее дерево, которое можно срубить? Вот это вот. Стоп, это у нас что лежит? Это у нас целая лежит? А там у нас еще балка одна лежит, а я не видел. Я думал, то половинка лежит. А то целая балка у нас. Ну ничего, пускай будет запасная. Сюда положим. Хорошо. Делаем сразу из вот этих трех целую кучу досок. А ну-ка. Что, еще не хватит? Да ладно. Нет, должно хватить. Ну, еле-еле хватило. Две штучки еще осталось у нас запасных. Сколько у нас? Четыре. Что мы можем там? Что мы там? Кирку прокачивали, да? Нам нужно 5, чтобы дальше ее прокачать. Ну, вот сейчас мы это можем сделать. Так, а здесь веревки мы везде нацепили. Есть. Ну, по идее, нам осталось только вот сделать наконечник. Железный баран. У нас есть клинышки, нам только его самого нужно сделать. Вот он. Используется для обеспечения и усиления журнала в оперативной памяти, значительно повышая его эффективность и долговечность. Да-да. Журнал в оперативной памяти. Ну-ну. А, стоп, у нас не хватает клинышков железных. Да без проблем, сейчас сделаем.
Ого, сколько забивать? Похоже, что все детали совместно соединяются друг с другом. Моя работа здесь завершена. Я буду отдыхать и жду дальнейших заказов. Да, мы это в деле испытывать, получается, не будем. Ну, выглядит, конечно, не очень грозно. Это не то, что как там в фильмах. Огромные такие, там, метр в ширину с гигантскими... красивыми серебряными там головами баранов, допустим, и так далее. Нет, здесь более все такое реалистичное. Максимально простое в изготовлении, потому что развалится в любой момент, чтобы было просто сделать еще одну такую же по-быстрому, да и все. Максимально дешевое в изготовлении. Хоть и неказисто, конечно, оно смотрится, но тут, я думаю, важнее, чтобы оно было эффективно. Давайте-ка мы сходим в шахту напоследок. Так, все, да? Ну, все, тогда мы уходим. Посмотрим, что нам теперь скажут. Вряд ли какие-то дополнительные ответвленные задания дадут, как это было с другими орудиями, когда просто нужно было пострелять и все 5 минут. Скорее всего, этого ничего не будет. Да, конечно, не сразу было понятно, что мы вообще строим. Было очень любопытно, к чему это приведет, потому что описание, вот эти, оперативную память сделать, журнал для оперативной памяти, ну-ну. Но в итоге получается таран. Хорошо. Наш верный инженер, время, проведенное в деревне, дало ожидаемые результаты. Наша армия уже находится в пути, транспортируя компоненты готовой машины, готовой к сборке. Ваша задача в этом мирном районе подошла к концу. Царство призывает вас еще раз продемонстрировать свой гений и непоколебимую верность. Самые важные моменты еще впереди. Пришло время сломать боевой дух противника. Королевский совет. Понятненько. Так, здесь мы тоже с вами уже сделали. Ну и что, получается вот последний уровень. Требушет нужно будет там строить. Да, я же говорил, что помню еще из подобных вот осадных орудий слово такое требушет. Все, больше в принципе даже не знаю, какие еще бывают. И я так понимаю, это последний будет уровень в игре. То есть больше делать будет нечего. Вот таких вот дополнительных нигде ничего не открылось. Я смотрю, в принципе, все. Жалко, конечно, потому что игра классная, но оказалась она очень короткой. Я имею в виду короткая для подобного жанра симуляторов, в которых обычно очень-очень много однообразных длительных уровней. Но здесь их не так уж и много. Ну что ж, ребята, в таком случае здесь мы с вами уже на сегодня прервемся. В следующий раз отправимся, как я понимаю, на последний уровень с вами завершать. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока!